Опять нужна ваша помощь, нам нужны повторы, чтобы вы помогали нам повторы, мы повторяли. Так это станет небо светлее, потеплее, вокруг. А дальше у нас не Галаги, товарищ, у нас Россия, знаете, у нас нормальная ориентация. Значит, да. Девушек поцелуем, мужчин обнимаем, да. Это мужикам это все. Только не перепутайте, мы все-таки в России, не во Франции, у нас еще нормально все. Это у них уже все как-то изменилось. Они как-то... Я всегда говорил так, где-то старый лесбиян, столько мужиков красивых, женщин, кошмар. Что-то в жизни не так, если радостно друг улыбается враг и печалится друг. Пока мчат поезда и летит самолет, приезжайте туда, где вас кто-нибудь ждет. Станет небо светлее, потеплее, вокруг. Обнимите друзей, расцелуйте подруг. Обнимите друзей, расцелуйте подруг. Снова этот вопрос, что главней, не пойму, быть любимым до слез и любить самому, чтоб сошел без следа с ваших душ гололед. Приезжайте туда, где вас кто-нибудь ждет, и станет небо светлей, потеплее, вокруг. Обнимите друзей, расцелуйте подруг. Коллеги, обнимите друзей, расцелуйте подруг. Как она хороша, эта звонкая нить между словом «душа» и глаголом «любить». В мире злых скоростей лишь не сделайте круг, соберите друзей и любимых подруг. И станет небо светлей, потеплей, вокруг. Обнимите друзей, расцелуйте подруг. Обнимите друзей, расцелуйте подруг. Целуйте, подруг, крепко.